Вот, приехали мы на рыбалку. Уже одного, ну правда, маленького-маленького окунька взяли. Вот, я пытаюсь побольше окунька, либо щучку. Ну, посмотрим, получится у нас, нет. Вот. Малыш пошел за червяком. Рыбки, ну малька здесь очень много, значит, их самолек и играет самолек, значит, здесь и хищник. Блин, поклевки. Кто-то есть. Это рановато, малыш. Давай еще раз. Закинули удочку, ждем поклевки. Да, малыш? Где ж наша рыбка большая? Вон малька, малек ходит вроде по полка. Вон подплывал сейчас. Опа, опа. О, Георгий. Никогда в воду утащит он. Рано. Ну вон у нас сегодня только один окунек, жалко, но в вечер приедем пораньше, будем ловить. Надо будет наживку хорошую взять, приманку, достанем окунька. Или воду сразу. Поймал? Покажи, покажи окунька. Вот такой вот окунек. Жалко, но придется поскакать. Какой? Ну, жалко, что ничего не поймали. Игунька наоборот, то, что отпускаем. Все, давай. Да, опа. Ну все. Уезжаем мы. Домой.